гражданин, билетики да. предъявляем. Я кондуктор. Не так давно еще все это работало. Ну, он видно, что смазан. Тебя нет? Пару миллионов долларов, чтобы вложить. Что-то надо посмотреть по карманам. Бильбао, город на севере Испании, в стране басков. Там символом то ли лев, то ли пантера. Есть огромный лев на большом здании. Такая же скульптура, только в больше раз в 10, наверное. Сейчас найду фотографию. Символ Еревана тоже лев. Ну, может быть, это лев, кстати. На гербе лев, да, может быть, лев, да. Причем самка. Вот видишь, туннелей-то два на самом деле, но второй закрыт. Пойдем посмотрим. Это униван. Это твои ворота. Тут вот по сторонам дорогущие гостиницы стоят всякие. Это Holiday Inn недорогая гостиница. Да? Да. Да. Ну, по европейским меркам это такой лоукостер. Может быть. Это Каталин. Да-да. Ну что, уже
Ярослав. Я был в детстве в Ташкенте, там намного больше печетей. Тебя этого не удивишь. Еще я жил долго, почти всю зиму в Бахчисарае. О, смотри, оно расцвело. Вишня? Ну потому что она так цветет. Я еще не особо что-то чую. Может у меня насморк. Нет, вот сюда.